Чаще всего, давайте мы в этом признаемся, родители в этом убеждают, что ЕГЭ – это не так уж хорошо, а это плохо учителя, не дети. Мы сейчас повышаем как раз надбавку за высшую категорию до 60% заработной плате. Это колоссальные деньги. Мы предлагаем еще даже ужесточить ее, например, на высшей категории, чтобы учителя сдавали единый государственный экзамен. У всех выпускников наших институтов, извиняюсь, это они могут обидеться мне, но я хотя бы видеть в школе. Вы меня призываете к тому, чтобы ввели крепостное право или что? Это я не понимаю. Возможно ли когда-нибудь это уйдет на второй план или вообще исчезнет? Я считаю, что вот мой взгляд, вряд ли. Я для себя вижу уже, как я буду работать своим дублером.